Это помещение Медиса изначально проектировалось как медицинское. Оно оснащено новейшими технологиями умного дома. Все продумано до мелочей. Энергосбережение, дезинфицирующие покрытия, вентиляция системы очистки, что особенно важно в период подъема уровня заболеваемости ОРВИ. Оборудование центра уникально. Например, с помощью аппарата для ультразвуковой диагностики медики могут выявлять онкологические заболевания на самой ранней стадии. В скором времени количество медаппаратов увеличится. ЛОР-врач, тоже атмосферное оборудование. То есть оно сейчас будет у нас на следующий год расширяться. Это амбулаторный станок, который позволяет делать практически все амбулаторные манипуляции. Есть в центре и своя аптека, которая работает только с федеральными поставщиками. Это исключает продажу так называемых дженериков, то есть аналогов лекарств, которые менее эффективны. С 2017 года в центре Медис исследования проводят с помощью современного аппарата магниторезонансной томографии. Проверить свое здоровье могут как когломчане, так и жители других городов. Аппарат МРТ установили при поддержке нефтяников «Лукойла». Уникальное оборудование может обследовать пациентов весом до 215 килограммов. Показали гостям и собственную лабораторию. Лабораторию по исследованию крови, в том числе и на онкомаркеры. Дело в том, что для норникеля качество жизни людей очень важно в наших регионах. К сожалению, в Норильске мы не можем организовать ДМС и приняли решение строить две клиники для наших сотрудников. Опыт Когалыма в этом смысле очень интересен, у вас похожая ситуация. И видно, что все сделано для того, чтобы предотвратить заболевания, а не лечить постфактум случившиеся неприятности. Здорово, что все новое, современное. Очень рада за жителей, за сотрудников. Мне кажется, не каждый город России может похвастаться такого качества медицинскими центрами и услугами. Сразу видно, что компания большую заботу оказывает о сотрудниках. И мы, конечно же, будем на это смотреть и примерять на себя. Всесторонний подход. Нефтяники «Лукойла» заботятся не только о здоровье жителей тех территорий, где ведут свою деятельность. Два года назад на средства Фонда социальных региональных программ «Наше будущее», который учрежден президентом компании Вагитом Алекперовым, был построен спортивно-культурный центр «Галактика» с уникальной оранжереей, игровыми и торговыми зонами, аквапарком, океанариумом. Обязательно надо отметить, с каким увлечением сотрудники рассказывают о своих подопечных, о своем объекте. И мне кажется, очень важно, что здесь проводятся и, наверное, еще и будут проводиться всякие разные общеобразовательные программы. То есть возможность людям соприкоснуться к тому миру, который не для всех доступен. А тут это вживую, наглядно, и мне кажется, это очень полезно и взрослым, и детям города. Посетили гости из Норильска и храм святой мученицы Татьяны, построенный на средства благотворительного фонда «Лукойл». Открытие прихода состоялось в сентябре этого года. Осветил храм патриарх московский всея Руси Кирилл. С тех пор это место является центром духовного притяжения православных, не только Когалыма. Здесь хранится частица мощей святой Татьяны. Алина Шаталкина, Сергей Уфимцев, Алексей Николаев. Специально для новостей.